вступили в борьбу участники второго забега. Результаты первого официальные. Олег Миронов 50-47. Иван Шаблюев был вторым 50-93. Третья позиция — Денис Чиненов 52-20. Четвертый — Павел Агафонов 52-27. Пятый — Юрий Леднев 52-51. Шестой — Валентин Скляров 55-11. И Владимир Ланцов 55-34. Ну а здесь позади уже второй вираж и восьмой барьер, в котором мы видим явное лидерство Владимира Антоновича. Ну что же, без проблем проходит в финал и Владимир Антонович. Москва, Оренбургская область.